Россия требует личной встречи со Скрипалем. По словам российского посла, если Сергей Скрипаль не нуждается в услугах российской стороны, он должен об этом сказать сам. На данный момент у России нет даже доказательств того, что он жив. Россия настаивает на личном контакте с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем, а если он не хочет контактировать с представителем Москвы, то должен сказать об этом сам. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко, сообщает в пятницу, 18 мая, Интерфакс. Да, понятно, что мы настаиваем на личных контактах. РЕД. Это предусмотрено Венской конвенцией 1963 года. И человек должен сказать это лично. Сегодня никто не слышал его голоса, никто не видел его фотографий, никто не знает, в каком состоянии он находится, и поэтому в соответствии с конвенцией мы должны убедиться, что этот человек жив, что у него все в порядке, и тогда, если он скажет, что ему не нужны наши услуги, то мы закрываем эту историю, сказал Яковенко. По его словам, основная проблема – отсутствие доступа к Скрипалю. Мы должны услышать от него лично, какое решение он примет, добавил российский дипломат. Как сообщалось, 18 мая Сергея Скрипаля выписали из больницы в Национальной службе здравоохранения Англии, заявили, что экс-разведчик поправился и чувствует себя достаточно хорошо. Напомним, выздоровление Скрипаля в этот же день прокомментировал Владимир Путин. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.